Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Засыпкин, люберецкий художник, член Творческого союза художников России, Международного художественного фонда, Международной ассоциации художников, заведующий структурными подразделениями Люберецкого музейно-выставочного комплекса и автор картины, о которой мы сегодня будем говорить, ее название чуть-чуть позже. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Давайте сразу начнем. Вот что нужно сделать, чтобы стать членом Международной ассоциации художников? Нужно понравиться комиссии, чтобы твои работы понравились приемной комиссии, и все, этого достаточно. И этого достаточно. И вам присылается какой-то как диплом или как? Ну, членская книжка. Хорошо. И еще вот член Творческого союза художников России, да? То же самое? То же самое. То же самое. Много у нас членов Творческого союза художников России на сегодняшний день? Много. Я думаю, что... Ну, это старинная организация. Там, я, честно говоря, даже затрудняюсь. Ну, то есть достойное участие. Да, это не самый последний из союзов. Понятно. Хорошо, мы еще поговорим с вами и о том, чем вы занимаетесь, как заведующий структурными подразделениями, о многом. Но давайте сначала поговорим о главном. Мы пригласили вас в качестве автора вот этого полотна, название у которого... «Прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год». Совершенно верно. Ну, вопрос напрашивается сам по себе. Почему этот сюжет и почему именно Кутузов? Что вас вдохновило на это? Или это был какой-то заказ? Это не был заказ. Вдохновил. Ну, есть конкретный человек. Это Сан Саныч Рожников, известный скульптор, тоже наш люберецкий автор. Вот этой знаменитой скульптуры ребята с нашего двора, которая стоит в центре города. Очень хороший мой друг. И как-то мы с ним разговорились на эту тему. Он сказал, что, ты знаешь, нет ни одной большой исторической работы. Вообще это редкость на данный момент. Никто этого не делает. То есть это изначально был такой его посыл. Я уже потом начал думать на эту тему. Целый год заняли, наверное, подготовка моральная. Я очень долго, даже не я, а целая команда художников, друзей, выставляли композиционными поисками, занимались, выставляли персонажей так, чтобы они... Ну, в общем, это очень долгий процесс. Чтобы вам все понравилось, как автор, скажем так. Ну, прежде чем о картине, все-таки почему именно Кутузов и Люберцы? Есть какая-то историческая справка конкретно? То есть вы же отталкивались от этого, видимо? Конечно, это исторический факт. Кутузов проходил по Рязанской дороге, мимо Люберец. И есть, сохранилась карта, которая в ночь на 2 сентября показывает расположение русских войск. Они переночевали здесь и пошли дальше на юго-восток. Следующий пункт был деревня Жилино. И уже в той церкви Кутузов молился. И из деревни Жилино отправил письмо... царю Александру, в котором излагался полностью уже практически готовый план вот этого знаменитого марш-маневра, который потом решил исход всей кампании 12-го года. То есть, ну, то есть Люберцы в этом фактически, получается, как местность приняли участие? Да, происходит такая, как бы, факты складываются таким образом, что именно проходя Люберцы, у него мог сложиться этот план. То есть потому идея, что до этого он нигде не упоминается. Он был, как мне кажется, в таких расстроенных чувствах. Несколько раз пытался остановиться и дать еще один бой. Но потом сначала его остановило то, что если воевать прямо в Москве, то она сгорит. Ну, так и произошло, в конце концов. И вот, проходя мимо Люберец,
я как бы творчески обработал эти факты и решил, что вот... А почему бы идея бы не пришла именно влюбиться? Да, вот, да. Понятно. Ну вот это интересно, и тут сразу же возникает вопрос, ведь художник имеет право на какой-то вымысел. Другое дело, что этого вымысла может быть... Ну да, есть понятие художественный вымысел. Да, 100%, а может быть это очень близко к реальности. Хорошо, и понятно, что речь сейчас еще идет об одной картине. Да? Это такая важная история, мы о ней вот говорим. Вы долго к ней готовились, да? Как вы сказали, выстроили все композиционно и так далее. Понятно, что для любого художника все, что на полотне расположено, все имеет какое-то значение. Я это картину видел... Один из законов композиции. Да. Я картину видел только вот не лично, а то, что вот в качестве, ну, как рекламного этого проспекта, вот, ну, в качестве там фотографии, условно говоря. И понятно, что это совсем другое. Картину надо увидеть. Полные фотографии я нигде не выкладывал. Я кусочек, да. Сохраняю как бы. Да, поэтому интригу. Мы находимся в вот такой в интригованном состоянии. Но тем не менее, понятно замысел, понятен, так сказать, идейный уже смысл, что вы в данном случае этой картины пытаетесь объяснить. Давайте мы теперь вот о чем поговорим. Ведь все-таки пришлось почитать много. Конечно, это же работа моя, я же работаю этого музея. Но ведь интересно, 1812 год, как это ни парадоксально, до сих пор для многих кажется, ну да, Отечественную войну выиграли, но все, что связано с Москвой, событиями вокруг Москвы, да, Наполеон в Москве, все было не так хорошо, как кажется. Вот но, поэтому, видимо, этого было не избежать просто. Как Бородинское сражение, которое мы... Там очень интересно, как пишут историки, специалисты, что Бородинское сражение обе стороны считают выигравшими. Да. Да. И как бы и там можно доказать, с той стороны и с этой стороны. Совершенно верно. Ну и это как, что было раньше, да, курица или яйцо. Это, видимо, да-да-да, это оттуда. Такая вот история. Ваш Кутузов, вы же наверняка... как художник, как самобытный человек, смотрели, Кутузовых много. Даже если мы уберем в сторону киношных Кутузов, да, Кутузовых, которых как бы, ну, создают другие люди, наши чаще современники, много памятников, много знаменитых, ну, кстати, немного, но пару картин, там, те же Фили, есть. Ваш Кутузов чем отличается? Что вы привнесли в этот образ? Тут... Кроме Кутузова, это важный, конечно, персонаж, и армии русской, есть еще один фактор, который послужил толчком к написанию картины, это было желание написать церковь знаменитую, вот эту, Преображенский храм Люберецкий, который потом, ну, до нас не дошел, в 30-х годах был уничтожен. И он, это был один из самых больших и красивейших храмов в ближайшем Подмосковье. И я бы хотел вот его восстановить эту... Ну, существует сейчас храм Преображенский. Ну, я имею в виду восстановить с точки зрения вашей художественной. Да, да. Выстроить его в исторической вот такой перспективе, поставить его в среду историческую. И здесь еще важно то, что... Ну, человеку просто, на мой взгляд, очень трудно было бы, чтобы ему пришла сама мысль отставить Москву, сделать вот этот маневр и вот таким вот образом выиграть. Это очень сложно. Да, это невозможно без выхода на какие-то сверхсистемы. И как раз вот эта церковь, которая стоит на фоне, и люди, которые вышли с иконой его благословить, Кутузова, все это как бы сыграл, и он, я попытался его, подводя к вопросу, да, я его пытался изобразить таким, что он испытывает какое-то просветление, то есть ему вот приходит вот это. Светлейший князь. Да, да, да. И икона вот эта тоже преображение, все преображается тут же как бы. То есть именно вот этот момент такого... Ну, то есть выход из чего-то черного во что-то светлое, да? Черного в том смысле, что решение действительно было принято. Да, да. Вот представить себе. Именно да? вот этот момент к нему приходит вот это вот
понимание. Чтобы дать возможность принимать решение, что уйти из Москвы, чтобы туда зашел Наполеон. Да. Закрыть его. Уйти в сторону, подготовиться. Совершенно и потом верно. Все-таки выиграть. Ведь да. Все равно, как победители не судят, да, говорят, но тем конечно. Менее. История, опять же, Отечественной войны, здесь очень много всяких тонкостей. И, кстати, сам Кутузов же тоже тут интересная история, да, сердце, как бы, одна история Кутузова, само тело, другая история. Да, тоже, да, это же тоже разнесена, такая как легенда бы. Такая. Да, вот. И потом мы же помним, что Кутузов уже был немолодым человеком, когда принимал такие решения. Да, он же не дожил до конца войны. Да, да. Вот. И там еще и Барклай де Толли, которого как бы чуть-чуть отстранили, а поставили вместо него Кутуза. Там целая такая история. И царь, конечно, принимая решение, назначая Кутузова, в какой-то степени, ну, с его, может быть, точки зрения, даже и рисковал. Конечно. Вот. То есть вот Кутузов здесь непростой был человек, очень мудрый, если не сказать хитрый. Там столько всего в его характере было важных вещей, которые в результате вот сплелись в такой клубок, который помог в конце концов России выйти безоговорочным победителем. Да, что, ну, про глаз мы знаем, знаменитый Кутузова. Да. У него было два ранения, как писали медики того времени. Да, в одно практически. Несовместимые. Да, да, да. Несовместимые с жизнью, а он умудрился выжить. Вот. А что важно, завершая разговор о картине вот на этом этапе, что важно все-таки, человеческая составляющая или вот составляющая, ну, картины, то есть образ некого героя, да, то есть образ Кутузова, или все-таки, вот как вы сказали, все, что происходит вместе с ним. Это какой-то комплексный такой подход. То есть эта картина все-таки Кутузов или эта картина чего-то, в чем присутствует Кутузов? Это Кутузов как часть чего-то более такого глобального. Глобального, большого, невидимого, может быть, даже. Mm-hmm. То есть вот именно вот это, там центр композиции представляет из себя не что-то конкретное, а немой диалог Кутузова и вот этой женщины с иконой. Угу. То есть это пустое место, которое наполнено чем-то, что нарисовать, ну, физически нельзя. Вот такая идея была. То есть тот случай, когда ты подходишь к картине и должен сам уже предполагать, что заставляет работать. Ну, это уже будет зависеть от многих других, конечно, в том числе знания темы 1712 года и просто знания некой русской жизни, русских традиций, русских негораст всяких. Да, я еще хотел бы добавить, что когда ты долго работаешь над чем-то, да, приходит странное состояние, и ты понимаешь, что появляются какие-то персонажи, которых ты, может быть, и даже не думал о них. Они прям приходят. Из плоскости картины сами появляются. Странное состояние, мне очень понравилось. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Владимир Николаевич Засыпкин, либерецкий художник. Мы говорили вот в первой части более подробно о картине, которую пока автор полностью скрывает. Но сейчас во второй части мы узнаем, где же мы все-таки ее увидим. Картина называется «Прохождение армии Кутузова через Люберцы, 1812 год». До встречи. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях люберецкий художник Владимир Засыпкин. И мы говорили в первой части о картине «Прохождение армии Кутузова через Люберцы, год 1812». И чтобы завершить эту тему, где же мы увидим уже полностью картину, чтобы вы нас так не интриговали? Когда будет выставка? Будет ли она? На самом деле я изначально хотел сделать выставку одной картины, но так. Коллеги посоветовали, почему бы не сделать ее в рамках персональной выставки. Угу. Работ хватает. И некий хедлайнер сегодняшний будет. Огранка должна быть, у алмаза должна быть какая-то, как говорится. Да? Ну, я согласился, да, почему бы нет. Тем более, что
50 лет в этом году, почему бы и не устроить. А когда будет выставка? Пока выставка открывается 5 сентября, и презентация картины будет «День города» 5 сентября. Угу. Так что всех... Кто хочет увидеть картину полностью... Вход будет бесплатный, пожалуйста, приходите, смотрите. Ну а вы готовьтесь, ведь теперь вас ждет другая участь художника, когда пойдут комментарии, где будут говорить, нравится, не нравится, еще что-то. Не страшно, боитесь, это кстати? Даже приятно. И важно, когда тебя хвалят, ну, это же бестолковое времяпрепровождение. То есть вам интересно, чтобы вам что-то такое вернули по делу? Конечно. Нет, критика нужна, и хорошо бы она была бы конструктивной. Тогда... А знаете, иногда многие... не художники думают, что вот где-то на выставке художник прячется тихонечко и подслушивает, что там говорят об его, о его картинах. Да? Вот вам интересно, что услышать, когда как к картине относятся, к вашей? Ну, не в том смысле, что хвалят, да? А вот что они обсуждают, как она написана, каким, в каком стиле, какими, каким методом или как? Ну, во-первых, да, я же весь свой опыт, как бы, по изучению копийного искусства сюда вложил. То есть я защищался по копийному и изучал старинные техники живописи голландцев, итальянцев, многослойную живопись, так называемую, которая сейчас была забыта одно время, сейчас вот возвращается. Потому что в советское время практически все писали «Алла Прима», и многослойный метод был забыт. А сейчас по древним вот трактатам, по каким-то работам ученых восстанавливают эту стилистику. То есть мы еще увидим и стиль такой необычный. Да, да, да. Но дело в том, что многослойная техника позволяет получить цвета, которые «Алла Прима» никогда не получишь. То есть свет, преломляясь несколько раз через слои краски, очищается. И, например, из белого превращается в чистый красный, многократно очищенный. То есть это очень... Но это же вам надо все просчитать? Ну, просчитали до меня еще Нет, в 1500... Все равно... Пишете-то вы как? Ну, я, честно говоря, то есть правильно понимаю, что техника была утеряна и просто она несколько слоев было? Она не то, что была утеряна, она была на время отложена как бы. Слишком затратно? Нет, как раз она намного менее затратна, чем пастозная такая живопись времен вот... Советского Союза. Соцреализм. Соцреализм, да. Но даже не соцреализм, а вот когда пришли авангардисты, которые делали не столько форму, да, сколько настроение, сколько... И они пытались найти какие-то новые ходы и выйти за рамки плоскости картины. Это прям большими такими массами клали краску, чтобы она была... Вот это более затратно. Понятно. Ну, вот видите, как много нового мы узнаем. То есть выставка будет, увидим картину, появятся комментарии и так далее. Но я знаю, что помимо Надеюсь, всего... появится. Появится, да. Вот, так что ждите, будут наверняка и хвалить, и кто-то обязательно должен поругать. Ну, художнику, кажется, мне и то приятно. Главное, чтобы равнодушия не было. Потому что в картину, я так понимаю, вложена и работа, и историческая составляющая, и какое-то, наверное, личное отношение Конечно. К какому-то человеку, появление каких-то, как вы сказали, других персонажей рядом. Я узнал, что вы недавно были в Китае, да? Правильно так понимаю? Да. Да? И что вы там делали? Учил, что тоже связано? Учились? Китайских студентов учил живописи. А вы учили их? Учил, да. И немножко учились у них, наверное? Немножко учился языку, немножко учился культуре их. Ага. Очень интересная поездка, командировка. И я приехал совершенно практически другим человеком. Ну, не совершенно, но во многом другим человеком. Перековали вас. Похудел даже. Да. И они... Дело в том, что это Сычуань, самый центр Китая. Там очень мало подверженности влияния иностранцев.
их практически то есть нет. Они сами в себе живут, да? Да, и кухня у них своя, язык у них свой, отличающийся там. А как вы туда попали? По связям МПГУ, китайским товарищам затребовалось. МПГУ – это? Московский педагогический государственный университет. Я тоже там работаю. Я там тоже работаю. А, ну вот видите, мы с вами в одной альма-матер, можно так сказать. Так, и вы там преподавали живопись? Живопись и графику, да. Они, дело в том, что они уже понимают, что технологически они достаточно продвинутые люди, и страна продвинутая, как и пора бы двигать культуру. Пора бы европеизировать культуру. То есть брать свой опыт в сочетании с практиками других направлений? Да, они приглашают специалистов, ну, дизайну их учат итальянцы, языку учат носители англичане, французы, русские художники учат их живописи, поскольку одна из... То есть полное переплетение. Да, и, да, да. Вот это очень интересно, потому что китайская живопись, я тут бывал на нескольких выставках, она, конечно, не довольно, ну, если так с легкостью к ней подходить, сложно ее воспринимать, надо на что-то настроиться, но она, конечно, очень своеобразная. Да, они... Вот эти постоянные кланы они рисуют, там, раз, несколько человек, один так, потом так, прям несколько картин, думаешь, ну, вроде одно и то же, а присмотришься еще по-разному. Дело в том, что там погода, постоянный такой туман, и... Очень мало акцентов в природе, соответственно, они также и пишут, и рисуют так же, как вот ровно, без акцентов. Вот мы их учили искать, находить важное самое в картине. Ну, то есть, чтобы картина была живой. Живой, совершенно верно. Потому что у них картина всегда, ну, то, что я, так скажем, видел, даже если мы там эти вазы берем всякие, да, она все-таки такая немножечко... Не настоящая, да? Да, и вот есть такая история, я не знаю, насколько верно это или нет, но факт, что когда голландцы привезли туда свои работы, так называемые обманки, которые это картины, когда нарисовано настолько качественно, настолько тонко все прописано, что если поставить в нишу и подсветить определенным образом, ее не отличишь от реальной, ну, там, например, стоит ваза с цветами. И складывается абсолютное впечатление реальности этого объекта. Так. И когда они привезли и начали все это показывать китайцам, китайцы не увидели там ничего. Они не поняли этого. То есть, ну да, мы и так это пишем. Они не поняли, как, ну, что им... показывают. Да. Ну хорошо, значит, вот наш замечательный либерецкий художник поучил немножко китайцев, которые пытаются все распространиться по свету. Посмотрим, может быть, будут и ваши работы. А вы с ними общаетесь сейчас на каком-то... Конечно, уровне, да? Конечно. Мы переписываемся. Технологии позволяют сейчас не забывать друзей даже. Кстати, вот у меня сейчас вопрос к вам как к художнику и как к человеку, который прекрасно понимает, что масса всяких направлений в живописи, если их все их выстраивают по разным, скажем так, позициям, но их очень много. Вот даже у нас уличный есть стрит-арт, так называемый. А вот как вы относитесь к этой... Есть художник, который сидит дома или в своей, значит, мастерской. И вот эту картину у нас есть же картины, которые люди по 20, по 25 лет пишут. Вот. И Иванов, вот, например. Да, да, да. Ну, я вот люблю живопись, и я стараюсь везде быть в картинных галереях. И я смотрю, что мы со студентами просто делали такой проект, они должны были выбрать направление. И вот стрит-арт сейчас очень популярен. Вот как вы считаете, он художник, он все-таки должен так легко растворяться в народе? Или он должен действительно быть дома, вот в своей мастерской, что-то там создавать, потихонечку о себе напоминать? Я не считаю, что художник должен чем-то себя ограничивать. Угу. Если ты хочешь... Дело в том, что стрит-арт – это же ведь не технология, не техника, это не... Это заявление в основном, да? Это какой-то манифест художника. И важна не техника здесь. А то, что он заявляет. Да, внутренний посыл какой-то. Если его нет, ты можешь быть изумительным технарем, но это будет неинтересно. Смысл. Понятно. Но вас устраивают все сегодняшние направления живописи?
Направление, вот понимаете, дело не в направлениях, а в конкретных художниках. Ну, это вот все равно, что, да, известный как бы пример. Молоток – это же, ну, не оружие, да. А можно гвозди забивать. По-разному можно воспользоваться. То же самое и направление живописи. Можно в одну сторону, можно в другую. Главное, чтобы художник был наполненным чем-то, что он хочет передать. Я да. Почему? Просто вы же у нас заведующий структурным подразделением Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Я так понимаю, что не только художественная, ну, работа художников входит, да, в вашу работу. Чем вы там еще занимаетесь и чем порадует нас музейно-выставочный комплекс? Ну, дело в том, ну, конечно, масса трудностей. Мы сейчас основные силы на ремонт. Угу. Музей находится на ремонте. Вот. Надо подготовить, постараемся к 5 числу сделать как можно больше всего, открыть как можно больше залов, сформировать как можно больше экспозиций. Ну и я отвечаю за как раз экспозиционные части работы. Вы их отбираете или как? Ну, то есть отбирает главхран, мы выстраиваем уже отдел, экспозиционный отдел устраивать, чтобы это смотрелось с соблюдением законов композиции, исторических. То есть не просто так. Ну, конечно, это все наука. Угу. Вот. Так что в любом случае напоминаю всем нашим зрителям, что картину нужно посмотреть, потому что пока ее художник прячет, интригует нас, но тем не менее прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год, эта картина с 5, да, сентября? Да. С 5 сентября будет экспонироваться на выставке, я так понимаю, Владимира Засыпкина. Вот, в честь его 50-летия, правильно? Вот. И помимо всего прочего, вы успеете еще, наверное, посмотреть какие-то залы, да, музейно-выставочного комплекса, да. Познакомиться с экспозициями. Так что приходите, а то никто же не знает, что у нас там будет, вторая волна не будет, опять все закроется. Надо торопиться, пользоваться моментом. Надо успеть. Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Засыпкин, люберецкий художник, член Творческого союза художников России, Международного художественного фонда, Международной ассоциации художников, заведующий структурными подразделениями Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Желаю вам, чтобы о картине говорили только хорошо, а если не очень хорошо, то по делу. Вот. И желаем, чтобы вы насладились всеми теми работами, которые будут выставлены на персональной выставке и экспозициями музейно-выставочного комплекса. С вами был Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». До свидания.